Для того, как принять удел в проекте, не обовязково быть журналистом або профессийным оператором. Видео с автомобильного регистратора, мобильного телефона, камеры видеоназирания. Сродок сдымки не головное, важный его змест. Светкам неординарной подеи. Вас хвалюет, что отбывается побач, ваш знакомый, уникальный человек, або вы сам талент. Сдымайте видео, додавайте свой комментарий и досылайте его нам. С життя Брешины, вашей вёски або семьи. Все, что может выкликать цікавость, усмешку, обурение и навать стать сенсацией, то, что засталось поза объективом наших видеокамер и трапило до вас першим. Тоже снимаете что-то на мобильный телефон? Если телефон в руки попадает, то снимаем. Ребенок в основном. Что? Красоту, природу. А что вас вообще может вдохновить на съемки? Настроение. Все, природа, если мне это нравится, снимаю что-то интересное, веселое, смешное. Снятое видео досылайте на нашу электронную почту. Не забудьте потлумачить, кто або что на видео, коли отбылася подея и у яким населенном пункте. Коли автор ролика пожадал заховать интригу, гэта яго право прымается. Подробязна об умовах конкурсу на сайте телеканала «Беларусь-4». trkbrest.by у рубрицы «Вачыма телеглядача». Выники проекта подведем 15 снежня, у день нарождения телеканала «Беларусь-4 Брест». Лепшие репортажи убачить уся Брешина. Ирина Никитина, Атон Моисеенко, телерадиокомпания «Брест».